Я так устал бродить среди высоких стен, где каждый шаг к тебе подобен пытке. Я так хотел тебя навеки взять в свой плен, но сам пленен огнем твоей улыбки. Огнем твоей улыбки. В глухую полночь манит этот свет, кто был со мною, все меня покиньте. Я заблудился, выхода мне нет. В тебе брожу я словно в лабиринте. Я заблудился, выхода мне нет. В тебе брожу я словно в лабиринте. Вообще, как настроение у вас, Ваше Величество, перед финалом? Браво, Юлиана. Что чувствуете? Что вам подсказывает ваша королевская интуиция? Каковы ставки? Чувствую легкий насморк, если вас это интересует, конечно. Потому что начхать на всех или что-то? Ну и, естественно, мандраж перед финалом, наверное, все-таки это не температурный мандраж, а мандраж перед финалом все-таки, ну, финал как-никак. Понятно. Собранность такая. Александр, как тебе оказаться по ту, точнее, по эту сторону фантастики и петь с аватаром, не зная, кто же там в нем скрывается? Вообще, что это за ощущение такое фантастическое? Во-первых, я хочу передать всем привет от сталкера. Как же иначе? Вы забыли главное. А Александр Рябинок, естественно, сталкер кланяется вам и передает все свои воздушные поцелуи. В данный момент он находится в 1892 году в Санкт-Петербурге на премьере «Щелкунчика», поэтому у него сейчас новое впечатление.
Я безумно рад, что я сегодня выступал именно с этим персонажем. Это безумно красивая история, шахматы, это волшебство, и это, мне кажется, по-новогоднему. И я думаю, что этот номер удался, и я, по крайней мере, в большом восхищении. Огромное спасибо. Каково вам в номере Александра было? Вот вопрос такой. Просто по мне было ощущение, что это полностью был его номер, а вы, наоборот, как вы, как приглашенная звезда здесь были. Ну, я везде приглашенная звезда, это первое. Да. Второе, это был мой номер. Правильно. Это моя площадка. Вообще-то говоря, я бы хотела отметить, что это было совершенно королевское исполнение и для вас, ваше величество, и для тебя, Саша. И мне кажется, два таких потрясающих голоса просто созданы для того, чтобы исполнять такие удивительные, сложные и невероятные песни. Поэтому браво, спасибо. Это было очень круто. Фантастика! Саша, дорогой, скажи, пожалуйста, кто же предложил этот трек? А предложение, конечно, исходило от королевы. Безусловно, это ее выбор. Есть ли у тебя, может быть, какие-нибудь предположения, кто это может быть вообще? Мне кажется, я уже немножко догадываюсь, кто прячется за этим аватаром, потому что я, естественно, смотрю шоу «Фантастика», мне очень интересно. Каждый персонаж — это, конечно, новые герои, несмотря на то, что есть и старые. Кляк, привет. Привет, Саша. Александра, мы к вам. Да. Это ваш любимый сталкер. Я знаю, что у вас дома висит его плакат. Откуда вы все знаете, Вадим? Это мне королева разболтала. Итак, прошу. Александр, я ужасно рада вас видеть. Спасибо за королевский номер. И я хотела попросить вас пожелать что-то нашим финалистам. Ну, ребята, Новый год волшебный, фантастика просто фантастическая. И я, конечно же, хочу пожелать всем ребятам, всем конкурсантам, всем участникам, всем аватарам действительно получить максимум волшебного удовольствия, ну и, конечно же, поклоны и успехов и удачи королеве. Давайте громко, весело проводим этот замечательный дуэт Александр Панайотов и Спасибо. Королева. Прошу.